Здравствуйте, дорогие подписчики. Нам очень часто задают вопросы, как мы одеваемся гулять. Вот сегодня мы вам решили показать, как мы выходим на прогулку. На улице уже зима. На то, чтобы одеть всех наших малышей, а их у нас 5, как вам известно, у нас уходит около 15-30 минут. Зависит от количества одежды и так далее. Значит, одеваем мы их по погоде. Иногда это теплее, иногда это чуть прохладнее. Сегодня пока еще зима не суровая, пока нам позволяет погода гулять, мы одеваемся, то есть так же, как одеваем детишек. То есть это колготочки, кофточка, теплая жилеточка, шапочка, шарфик, носочки и, собственно говоря, комбинезон. Точно так же одетый у нас сейчас вышел гулять внук, то есть это не тепло, не жарко, как многие пишут. Когда на улице холоднее, естественно, мы одеваемся теплее и учитываем еще нашу, так сказать, стадию прогулки. Если это длительная прогулка в коляске, значит, мы одеваемся теплее, потому что малыши сидят, и чтобы им было тепло, мы одеваем одежды чуть-чуть побольше. То есть мы добавляем теплые штанишки, добавляем теплый свитерок за место жилеточки, ну а все остальное примерно так же. Если это как сегодня, на улице достаточно тепло, но однако уже не лето, а зима, мы одеваемся соответственно погоде и при этом, между прочим, учитываем собственные наработки. Вот так, например, когда у нас появился Семен, мы изобрели вот такие вот чехольчики для хвостов. Многие спрашивают, что это такое и не мерзнет ли хвостик. Нет, не мерзнет. Мы об этом вопросе подумали сразу, давным-давно, еще почти 9 лет назад. И поскольку никакого опыта перенять, где нам этого негде было, мы изобрели вот такие вот нахвостнички, одеваем плотненько, и хвостик у нас хорошо защищен. Вот. Мы вяжем вот такие вот жилеточки по типу бодиков, чтобы мы были защищены от того, чтобы спинка, например, оголялась, да? То есть мы продумываем все вопросы, чтобы деткам было тепло, уютно и в то же время комфортно и удобно, потому что ребятки, они подвижные, им хочется двигаться, им хочется гулять. Все эти вопросы мы стараемся учитывать. Для вашего удобства и чтобы не нагружать вас вот этим вот всем, мы сейчас сделаем видео быстрого, так сказать, одевания в быстрой перемотке. Вот, а далее покажем, как малыши гуляют. У каждого тоже свой характер. Кто-то любит гулять зимой, кто-то не любит. Но пока погода позволяет, пока это не очень сильный мороз, свежий воздух, тем не менее, необходим. Поэтому стараемся гулять как можно чаще. Thank you.
Я такие жду. Что ты выглядываешь там? Идете с папой? Идите на улочку. Папа, зови их, все готовы. И, кстати говоря, многие спрашивают по поводу Катерины. Сегодня у Катерины была настоящая зимняя прогулка и, может быть, первая в жизни. Катюша погуляла по снегу, покаталась в саночках, погуляла возле елки, поиграла и с Евой, и с Сёмой, и с бабой Мотей. Так что девочка молодец, уже приходит в норму, проявляет интерес к жизни. Мало того, что она уже интересуется игрушками, теперь еще мы будем осваивать и прогулки. Вот такие вот у нас теплые ручки. Вот так вот мы гуляли. Вот так вот мы сейчас раздеваемся. И будем приступать к обеду. Нагулялись, заслужили. Вот такая вот у нас Катерина. Чей хвост у нас теплее, теплый хвост. А хвост-то уже вон какой, волосатенький, толстенький, настоящий полноценный хвостик. Скоро у нас Катюша будет самой красивой девочкой.